Ну что ж, дорогие друзья, давайте приступим к последнему шагу, да? Это днище сделаем. Днище. Сделаем его из, конечно же, из кубика. Так. Ну, тоже там получился. Давайте мы его опустим сейчас же сюда. S по X сожмем вот так. Да, смотри сбоку. Еще раз. S по X. Вот так. Теперь подожмем наверх. Так. Далее мы ее S по Z сожмем. Как-то выведем вот сюда, наверное, да? Давайте S по Y. И поднимаем еще выше. Так он должен быть, по идее, да? Смотрим, должна будет отсюда. После того, как я установил дно, да, я сделал пару выступов, вот они. На них повесил кронштейны, это мы делали в КВ. И здесь разместил, здесь и здесь разместил траки. Просто не стал вас уже этим утомлять. Я думаю, что вы, как и я, уже достаточно намучились. Так, можно, конечно, было здесь топор прилепить, лопату, да, там фонарь и так далее. Но, знаете, я так подумал, что уже достаточно деталей. Тем более, что сейчас я ее сделаю для отрендерю, для этого, для стоков. А для уже игры, конечно, мне надо уменьшать. И тут полигонов немерено, конечно, будет. Но ничего, я думаю, что справится программа, справится видеокарта. Так, ну давайте фонарь еще сделаем один. Здесь у них стоит он или вот здесь обычно. Так, давайте посмотрим. У этого, по-моему, нет. А, нет, вот фонарь у него стоит. Ну, давайте мы здесь тоже такое поставим. Окей? Так, берем шарик. Где у нас? Вот она, сфера. Уменьшаем ее вот так, выводим из танка. Так, тут надо нам ее повернуть. Это будет R по X 90 градусов. Вот так. И вот эту часть мы сейчас отрежем. Просто отрежем фейсы. Так, теперь вернемся нормально. Edit mode. Здесь так. Берем. И скажем ей, ну что, давайте мы сейчас ее выделим. Вот, и скажем ей солид, да и все. Вот она таким образом становится солидной, как бы, да? Ну, чуть поменьше. Так, а в нее вставляем другую сферу. Не знаю, можно, конечно, ее перевернуть.
Давайте, наверное, так сделаем. Солидно мы ее оставим. Теперь Shift-D. Переворачиваем по оси X. R, X. 90? Нет. 180. Вот так. И уменьшаем S. Так вот уменьшаем ее. Ну, немножко вдавливаем, конечно. Ну, вообще ее раздаем. S, P, Y. Вот так. Вот. Вот так мы ее раздаем. А в середине нам нужно будет выбрать... Ну, мы не будем стараться по полигонам. Мы сейчас возьмем тоже мышек. Я надеюсь, она не выделена. Нет. Берем мышь. Куб. Уменьшаем его. Сначала вытащим. И уменьшаем. SPZ делаем щель. Еще уменьшаем. SPZ чуть побольше. И вставляем прямо сюда. G по Y. Вот так. Смотрим, что она мелковатая. S по Y расширяем. S по X. Делаем вот такую щель. Прекрасно. Ну и дальше-то очень просто все. Я надеюсь, сейчас мы тут reset сделаем. Это тоже reset сделаем, на всякий случай. Так, это выделим, возьмем флажковую, возьмем вот это и скажем дифференс. Все, только есть. Отлично. И что там еще? Штыречек, да? Да, штыречек, там просто штырь. Это простой, обычный, ничем не притязательный цилиндр, который мы уменьшим, естественно. Вот так. И по Z ее вытянем. SZ. И выведем наружу. G по Y. Вот сюда. Опускаем вниз. Так вот. Угу. И получаем то, что получаем. Все. Теперь мы можем это все соединить. Этот и этот. Сказать Shift E. Все. И теперь, глядя на нее спереди, можем взять этот фонарик. И сюда его посадить. Где он должен быть? Фонарик готовы. Мощный какой игрушечка. Я себе такой хотел. Радиоуправляемый, да? Ну все. С этим пока закончено. Дальше.